Новый детский сад скоро появится в поселке Ширкалы Октябрьского района. Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференции оценила строительство социально значимых объектов. Дошкольное образовательное учреждение подрядчики намерены сдать в эксплуатацию в конце августа. Кроме того, Наталья Комарова проверила ситуацию на двух проблемных строительных площадках в Березовском районе и порекомендовала ответственным лицам поторопиться с завершением строительства полигона твердых бытовых отходов в Нижневартовском районе. На прошлом заседании правительства Югры были утверждены изменения в адресную инвестиционную программу автономного округа. Она получила финансовую прибавку, которая позволяет рассчитывать на ускоренный ввод в эксплуатацию ряда строящихся объектов.